Максим Маринин. В этот раз у нас такая поддержка высокая вообще. Я просто очень волнуюсь, чтобы она хорошо получилась. Так, бери ногу, руку отрывай любую. Отрывай любую руку, Настасья. И тяни ногу, тяни. Сейчас уже возьмешься. Вот, и тяни наверх. Молодец. Вот. Одну вниз опусти. Вот. Вау. У меня, безусловно, прибавляется уверенность и какое-то уже осознание, что я на льду, что я умею что-то делать. Очень мало, конечно, элементов, но когда я знаю, что я должна делать, хотя бы уже поставленном номере, то мне, конечно, легче. Но, Максим, господи, уверенности хоть отбавляй, мне кажется. Знаете, выбирать долго не пришлось. Это один из номеров моей концертной программы на музыку Шопена. Просто эта музыка очень близка. Мы когда-нибудь можем сделать что-нибудь не из концертной программы. Знаешь, можно будет уже когда-нибудь просто взять и переставить мою концертную программу. Мы так уже практически все переставили. Согласна. Ну, зато музыка красивая. Просто самая красивая музыка вообще, она уже вся в моей концертной программе. Ну понятно. Все самое лучшее уже у Лачковой. Поэтому все можно уже коньки вешать. На шею. На гвоздь. Можно считать, что повезло и Максиму. Они с Настей катаются под прекрасную музыку Фредерика Шопена, 9-й ноктюрн в исполнении оркестра театра Станиславского. Прекрасное выступление. Все-таки есть вещи, есть элементы, которые кроме Насти Волочковой на льду никто из остальных участниц нашего проекта «Ледниковый привод» больше выполнить не сможет. Посмотрите, какой у нее был великолепный вертикальный шпагат. Однако какая жалость, что для того, чтобы чувствовать себя на льду уверенной,
Насте нужно все время опираться на руку Максима. Так и не пришло уверенное катание. Когда она катит по льду одна, Максим где-то рядом, но он не поддерживает ее. И чувствуется, что она ловит это равновесие. А в руках Максима она просто прекрасна. И наверху, в верхних поддержках, вот в таких сложных, как это. И просто рядом. У нее получается. И, в общем, понятно, что это непростой для нее проект. Но она с собой борется. Все сделала. Вообще нет, никаких вопросов. Я понимаю, что ты мне потом все скажешь. Но я думала, если бы... получилось, и теперь действительно... Прям филигранно все. Анастасия Волочкова, Максим Маринин, оценка за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 5-9. Средний балл 5,98. Оценки за артистизм. 6-0, 5-9, 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,96. Общий балл 11,94. В принципе, номер был хороший. Я бы хотела спросить у Антона. Антон, я смотрела на этот номер, и у меня не было ощущения, что они катаются на коньках. Было ощущение, что оба, и Настя, и главное, Максим, выступают в пуантах. Это же был чисто балетный номер. Вы знаете, я действительно с интересом смотрел сегодняшний номер. Ну, прежде всего, за высокую поддержку я бы безоговорочно поставил 6-0, даже если бы они еще упали три раза, например. Хотя этого не было, потому что все было скатано очень чисто. Всего две пары на проекте пробуют сделать высокую поддержку. А это вам не провозы вот под мышкой, это совершенно другое дело. Поэтому это уже 6-0 безоговорочно. А помимо всего прочего, я сегодня ставил оценки, оценивая немножечко по-другому ребят. Я их оценивал относительно их самих. На мой взгляд... Прогресс есть каждую неделю, причем очень серьезный. И поэтому я поставил две шестерки, и моя душа чиста. А то, ты знаешь, я заметила, когда ты приходишь без галстука, ты ставишь очень высокие оценки. А это второй раз за два года. Приходи без галстука почаще, Антон. Не могу, работа. Татьяна Анатольевна. Я бы так сказала, что душевное выражение этой музыки великого гения Шопена было прекрасным. Но что касается пластических и технических возможностей, а самое главное, мне кажется, что стиля, даже стиля платья, я не могу себе представить, чтобы кто-то мог исполнять Шопена, и у кого-то была бы практически голая попа. Но мне кажется, что неправильно, Настя, было выбрано платье, потому что оно было очень секси. Я когда-то смотрела конкурс балетный. Ну, это шоу, знаешь, честно. И я видела такую балерину Смирнову, которая, к сожалению, потом ушла в другой мир от нас. Но именно вот Смирнова, она потрясла меня, она танцевала с закрытыми глазами. И, конечно, технические вещи, как недотянутые стопа, не сделанные, ну, у нас, ну, так сказать, вот подсечки. Вы не учли это. Лучше было бы ее провести, а она бы стояла. Это очень хороший номер. Очень хороший номер. Но при всем этом я считаю, что... Конечно, поддержку, за которую Антон мог бы поставить 6-0, и она очень... Я думаю, что здесь поддержки были бы уместны вверх головой, а не вверх ногами. Вы одна из немногих пар, которые на нашем проекте от раза к разу шагают просто семимильными шагами и очень сильно набирает в технике. Скажи, пожалуйста, долго ли пришлось уговаривать Настю на эту высоченную поддержку? Ну, вообще, уговаривал, наверное, ее больше Илья. И, ага. Вот кто виновник. И двигателем как бы в нашей паре вот непосредственно этого танца являлся Илья. Сказал, что, ребят, пора бы уже, надо
наверх Настю поднять. Вот, и свершилось. Ну что же, радуйте нас, пожалуйста. Вы восхитительны, обворожительны. Спасибо вам огромное. Удачи!